Виталий Скворцов считает себя уже старичком, так как занимается фотографией более 10 лет. Именно фотоаппарат дал ему ту свободу самовыражения, о которой он мечтал. В приоритете у молодого человека портретная съемка, одна из самых сложных, так как зачастую Виталий фотографирует непрофессиональных моделей. Но этим она для него и интересна. Каждый человек с моей съемки, он дал мне что-то очень интересное. Он какими-то вещами делится из своей жизни. Ну вот в процессе съемки какие-то откровенности происходят. Ну, они очень ценны. Проект «Лица Сарова» – это серия портретов известных личностей родного города, которых он решил представить жителям. Через фотографию Виталий передает характер и настроение своих персонажей – актеров, байкеров, художников и даже медицинских работников. Знакомый хирург стал одним из первых героев проекта, и съемку проводили в настоящей операционной. Он хотел развиваться в своей профессии, он ей горел, и так он попал в мою серию. Снимали мы с ним портреты где-то часа два. Там было больше 1000 фотографий. На следующем этапе нужно из 1000 вариантов выбрать 3, а может быть и 1, ту самую фотографию. Работа над проектом идет до сих пор в режиме нон-стоп. Виталий ищет новых интересных фактурных героев для своей серии. Выслушивает советы друзей, рекомендации коллег, присматривается, пытается разглядеть в потенциальных героях изюминку и харизматичность. И я, конечно же, рассматриваю все варианты, потому что наш город очень интересен на людей, на лица, на образы. Вот персонажей очень много, и из них приходится даже уже выбирать. Виталий считает, что камера – это своеобразное средство коммуникации, с помощью которого фотограф познает окружающий мир. Щелканье затвора, беглый взгляд на дисплей, затем небольшие поправки в позе, движениях и смена локации. Для фотографа важно, чтобы человек чувствовал себя перед объективом естественно и не испытывал чувства скованности. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.